Здрасте, дорогие подписчики, с вами как всегда Алькатрас, и мы продолжаем прохождение игры Far Cry 3. Эй! В предыдущей серии мы удостоились аудиенции с Хойтом, сам, да? И он сейчас сказал-то, заткнись ты. А ты крут, пацан. Итак, он сказал, чтобы мы сейчас допросили пленника некого вместе с Сэмом. Пошлите так узнаем, что это за пленник-то такой. Ха, Хойт теперь набирает красавчиков. Узкая жопка лучше разработанной. О, куча крови, ё-моё. Я король мира! Куда это у Хойта? Он вот не придет официальное свидетельство через месяц. Чувак, ты же знаешь, твой брат вечно делает, что хочет. Да? А, да! Нет тебе кокоса. Эй, эй, вроде ж дух говорил, что тут нет людей. Вон они! Хватай их! Бежим отсюда! На помощь! Пусти меня! Кидай в кузов! Твою мать. Главное, чтобы чувак нас не узнал. Это что у нас? Ладно. Сюда. Конец наступит? Делай дело, и Хойт поверит тебе. Верь в свою ложь. И помни. Улыбайся. Ты в объективе. Вот, пленник для допроса. Блять. Райли. Райли? Он жив? Кто ты? Твое имя? Что? Твое имя? Нет! Райли Броди! О, май год. Кто привез тебя на остров? Мой брат. И где Джейсон сейчас? Я не знаю. Он думает, ты мертв? Я задаю вопросы! Где он держит друзей? Я не знаю, я просто хочу уйти отсюда. Камера выведена из строя на 38 секунд. Райли. Тут Джейсон? Ты жив. Какого хрена? Ты с ними? Нет, я вытащу тебя. Понял, понял. А где Грант? Его нет, но я здесь. 26 секунд. Окей, мы уходим. Найн, если так, считай, что сам его пристрелил. Мы должны устроить саботаж и убить Хойта. Отвлекаем охрану, а Райли убежит. Найн, он не сможет выйти из здания. Послушай его, а? Я не смогу сам. 9 секунд. Избей его, или Хойт все поймет. Что? 5 секунд. Хорошо. Давай, давай. Только обещай, что вернешься за мной. А, блин. Это же заставил волноваться, блин. Так, удержите пробел. Окей. О, чёрт. Ой, блин. Палец в рану. Ой, это, конечно, жестоко. Кем я стал? Оставь его. Хватит. Ты лучший игрок в покер, кого я знал. Нужно выпить. Ну, как скажешь. У тебя получилось узнать его имя. Неплохое владение кнутом и пряником. Ты мне понравился, парень. Слушай, я приглашаю тебя сыграть со мной в покер. Сэм, тебя тоже. Есть деловой разговор. Назначьте время. Я всегда свободен. Хорошо. Отлично. Я передам приглашение через Сэма. Ночь покера! Ну, прикольно, сыграем в покер. Я хочу убить его. У меня есть план. Мы выведем из строя коммуникационную сеть Хойта и взорвем склад горючего. Паника в его гестапо позволит нам казнить Хойта во время покера и спасти Райли. Да сызгут, я? Да, очень. Я. Встретимся на складе горючего, когда ты разберешься с центром связи. Это
оставит его людей без глаз и ушей, я? Так, так сейчас надо коммуникационную сеть уничтожить, Хойта там. Так, ну жестко, конечно, он своего Брэда допросил. Ну, ладно, это все ради его спасти. Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти. Угу. Понятно. Так, хорошо. Надо уничтожить коммуникационную сеть. Ладно, погнали за ним. Что ли? Не выделывайся. Так, Последняя стычка прошла неплохо. Не, машина не просто. А можно отключить? Так, если что, на будущее. Оставь навыки. Я не люблю навыки прокачивать, я стала классно. Так, паука может прокачаем. Что это у нас? Нет. Убийство ножом. Улучшить навык. Давайте. О, да, неплохо. Так, это можно? Что это? Играть в трофеи. Прикольно. Так, из-за пистолета. Нет, нахер не нужно. Так, и что? Жалко, это нельзя покачать. Бабла хотел побольше. Так, пулевой хирург. Ага, так я прокачаю. Так, что здесь, походу, все, больше пока ничего нельзя прокачивать, да? Все до макс. Не, можно еще водить лавкач, но мне это нафиг не нужно. Так, и что, мы на убийство снизу? Нельзя. Ладно, давайте вот так прокачаем, что ли. Дальше у нас экспериментовка. Теперь по винтовкам это хорошо. Так, сейчас нам надо выбираться. Тут, мать твою, я так. А сайт, давайте почитаем про персонажей. Давно я этим чуть не занимался. Я отправил их туда. Прошли дни, потом недели. Ни один не вернулся. Джунгли поглотили их. Сэм Пекер сказал это. А кто у нас тут еще? Кит Рэмзи. Ваш друг Кит Рэмзи. Биржевой маг. Маклер. Колледж был членом студенческого братства. Вы знали, что он пару раз жульничал и на контрольных, но родители его отмазывали. Это типа вопросительный вопрос был, да? У него постоянная подписка на 20 с лишним порносайтов. Век живи, век учись. Да. Так, Райли Бронди, младший брат. Ваш маленький братец Райли. Спорим, вы по нему скучаете. Это ваше слабое место. Не допустите ошибку. Например, я люблю свою родину, но я не выжил из ума и не попалю заради этого на небоскреб и не поплыву на спине кита. Будьте начеку. Это не спецагент Уиллис пишет. А то он все время орет по свою сторону, блин. Так. Упс. Так, персонажи, все, больше нет никаких новых. Так, Цитра. Цитра Тулгмай. Мне так и не удалось попасть в главный храм. Информацию я получу из сплетен и из разговоров с местными. Ее называют богиней войны, и она красавица. Я знаю, что она постоянно ставит палки в колеса Васу, Хойту и их пирата. Это да. Хойт Волкер. Я убил уйму времени, составляя досье на Хойт. Вот что я узнал. Он самый крупный торговец рабами, наркотиками и оружием в Тихоокеанском регионе, и его целая армия кровожадных наемников. Он утверждает, что родился в семье шахтера, но это не подтверждено. На самом деле никто не знает, откуда он взялся. Возможно, он начинал в большой нефтяной компании или приехал из Колумбии. О, Колумбия, гуд-гуд-гуд, настящий, гуд-гуд-гуд. Назад. Так, все, персонажей больше нет. Ладно. Ладно, погнали, куда нам там надо добраться-то? Эти глянем начали. Вау, сюда можем отправить лагерь Чарли. Хорошо. Так, бросайте камни, вы можете отвлекать внимание врагов. Это даст вам... Извиняюсь.
Это даст вам шанс незаметно прокаться мимо или бесшумно убить противника. Навык падающий позволяет вам... Бла-бла-бла. Тут много бла-бла-бла. Так, патрон, что у меня там патроны? Что у меня руки по патронам? У меня нет гранат. Давайте купим гранат. Они могут нам понадобиться в будущем. Боеприпасы. Гранаты, ебаные дыры. А, стрелы у нас закончились, забыл совсем. Так, мины, нет, нафиг мины. Так, готово. Коктейль молот давай тоже купим. Все. Хорошо. Так, где тут выход на этот? А, блин, где здесь выйти? А, вот. Так, машин тут нет, понимаю, да? О. Ну ладно. Бегом, не так уж далеко находится это место. Вот придется снайпики опять снимать всех. А, вон оно, да-да-да. Вижу. Давайте глянем. Кто скажет, что там кто-то есть? О, это я, конечно, погорячил, скажу, что там никого нет. Это вроде кто-то там стоит, да? Так, еще один. А, вот четверых пока вижу. Но уверен, что их там больше. Пора отключить Хойту телефон. Че? Будем работать. Ёбаный его Сэм. Привет, Сэм. Ты должен взорвать спутниковую антенну, чтобы лишить наемников связи. Пройдешь через подземный бункер. Не пытайся взорвать ее из РПГ. Только дырок наделаешь. Поставь на опору С4. Это единственный вариант. Окей. Ставим. Поставь немного С4 для стальной двери, забирающей вход в бункер, я? Так, твою мать. Закрытая территория. Мне здесь быть нельзя, так что униформа не поможет. Бля, я косой, мать вашу. А вашу мать. Фу, да, наконец-то, блин, минус один. Так, я сейчас в кустиках. Какого нахер? А, входить задумал нас, окей, давай беги. Твою мать. Твою мать. Твою мать, он близко. Все, он далеко. Проблема, думаю, решена, да? Но эти далеко слишком, чтобы в них попасть. Придется обходить. Так, давай, ползи. Да если, мать твою, ползи. Хорошо. Так, давайте так посмотрим. Вот найдется какой-нибудь найти еще. Готово. Чистая работа. Так, смотрим еще. Есть где-нибудь еще люди? Хой-то. Так, пока у нас... Пока знаем, что здесь там пулеметчик прятан. Так, там двое, мать вашу. Твою мать. Готово. Твою мать. Нас спалили, кажется. Блин, нас спалили. Укрытие, он мой.
Твою мать, у нас проблемы. Давай, целься быстрее, мать твою, Джейсон. Твою мать. Ладно. По-тихому уже не получится. Так, бегом, Джейсон, бегом. Твою мать. Так кидай ты, мать, твою гранату. Кухер, ты чё жив, ё-моё? Так, вот сейчас ты должен сдохнуть. Ты, мать твою, издеваешься надо мной? Так, хорошо. Так, восстанавливай кости, ты уж. Дружи, восстанавливай свои кости. Афини, просрали нам до хера патроны. Думаю, нам нужен его пулемет. Крайне важно. Так, это вот мы сняли. Так, можно сигнализацию вырубить? Блять. Слишком далеко. Пошла нахер. Кстати, я могу твое место взять? Твою мать, сигнализат приполнен. Твою мать. Твою мать, давай быстрее, перезаряжай свой ёбаный автомат. То есть пулемет. Пока. Бля, граната. А где вы там, блядь? Шо? Блять, прячься. Охраняйте бункер! Так, прячься. Прячемся, мать вашу. Так, готов. Твою мать. Давай, лечи себя, блин. Так, хорошо. Двери сейчас сделаны из стали, но есть взрывчатка. Так. Окей. Так, думаю, да, будет правильно отойти. Правильным решением. Да. А где пулемет-то? Так, лук потом как-нибудь вернем, конечно. Я думаю про тихое проникновение можно забыть, да? Так, они идут. О, стоп, тихо. Твою мать, поздно, поздно. Да. Давайте, где вы, мадафака? Ах, адреналинчика. Твою мать, он сам себя загвал, дебил. Пулемет на исходе. Так, хорошо, 602 бакса. А, давайте ради бабла их будем только обыскивать. Так, сколько у вас тут? Твою мать. Здесь
еще не придут никакие подмоги случаем. Так, давай деньги. Shut up и give me my money. Блять. Это? Я вообще в этой игре не люблю что-то автомат. Да, с этим. Опа, где у нас ящичек? Так, 6 баксов. Так, стоп. А, над нами. Что ищем, находится. О! Бронежилет. Патроны вообще. Великолепно. Так, походу мы нашли арсенал их, да? Шо? Это нечестно. Ну давайте бегите сюда еще кто-нибудь. Да нахер с ним. О, хорошо. Хорошо, сразу двоих сняли. Так, где там еще один? Вылезай, подлый трус. Да что ты сам автоматически стреляешь? О, это меня раздражает уже. Где-то второй. Так спокойно стояли, блин, тут сами ждали смерти. Так, что у тебя там побывало? Ой, бля, еще один идет. Есть как крысы, блин, корабли. Давай, вылези еще разок. Дайте его завалим, что ли. Ой, блин. Ах, они ублюдки хитрые, блин. Че, я думаю, сейчас сможете убить меня? Давай, выходи где-то там. О! Хорошо горит-то. Так, давай, перезаряжайся, пока этот не пришел штурмовать нас. Объемечки, блин. В замкнутом помещении, блин. Поджигать все это... Нормально. Логично, мать вашу. Так, дай мне свои деньги. Хорошо. Так, думаю, все наверх, да? Чё? О, сколько под... Ой. Продолжается все, да? Большая штука. Надеюсь, С4 хватит. Так, тихо, они не знают, что я тут. Ну, где... ну то, что знают. Ладно. Шутки шутками, но идем вас всех валить, не. Кто, мать твою. Это что? Тихо, собачка. Вот, кстати говоря, от патрончиков я бы не отказался. Очень много патронов, конечно. Охо-хо, пулемет теперь у нас полный. Это круто. Так, ну думаю, надо поторопиться чуточку. Абонент Хойт недоступен. Да, золотые слова. Готово, С4 на месте, ты где? Кавалерия уже на подходе, мой друг. Защищай взрывчатку, пока я не прорвусь к тебе, и все будет чики-чики. О, заебись. Меня это устраивает, да? Где еще один? Да они как психи будут на меня бежать, что ли? Я так понимаю. Давайте! У тебя нет шансов! У нас тактическое преимущество! Давай! Давай! Патрон чуть-чуть жив. Хорошо, патрон для пулемета есть.
Твою мать, где мне, мать, вашу базуку вам найти? Так, стоп, надо подлечиться, надо, да? А, это ты был, ой. Так, залазь, запрыгивай. Ух, успели. Я вначале подумал, что это вертолет врагов, но оказывается это был Сэм. Ну чё? Давай. Пока-пока-пока. Справлюсь. То есть что, мы сейчас будем самолет, то есть вертолет сами вести? Прикольно. Если это так, конечно. Более мощное оружие дороже стоит в магазине, но его можно получить бесплатно активы в достаточное количество радиовышек. Хорошо. Так, сейчас что? Нас... Меня у склада горючего. Мы там повеселимся. Ну все. Пошел. Выиграть нам надо. Уху, это круто. Вот это круто. Радиовышка? Деннис, я нашел брата, он жив! А что Хойт? Я собираюсь его убить. У него мой брат, Райли нужна моя помощь. Джейсон, ты воин Ракет. Отпусти прошлое. Семейные узы. Ослабляй. Он мой брат! Запомни, теперь мы семья. Так, куда нам, блядь, лететь? Ё-моё, мать. Сначала я приземлюсь на радиовышку. Если это, конечно, получится. Охерительно, приземлились, признаться честно. Так, надо как пролезть тут. Да, блядь. Шикарно. Знаете, что я тут подумал? Ну, в жопу эту вышку. Ну, нахер. Ну что, пойдем сейчас к Сэм. Так, навык убийства снизу, что-то бла-бла-бла. Грабайки нанесут огромный урон при... А, ну ладно, если это вызов, давайте поднимемся. Так, с автоматом. Автомат мне как-то спокойнее. Так, где тут подняться-то можно? А, вон, вижу. Здесь полегче будет подняться так, элементарно. Да, нахер я сказал элементарно, блин. Хорошо. Так, здесь палочкам аккуратненько проходим. Так, хорошо. Так, куда дальше-то? А, вот все, вижу, вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо, Джейсон. Так, хорошо. О, хорошо, молодцом. Бля, опять тонкие палочки. Чё-то... О, бронежилет. О. Всё сразу окупилось. Так, как нам наверх-то ещё дальше подняться? Туда, что ли? Так-так, блин, ты так поменьше прыгай, конечно. А так мы один раз скалы так вверхнулись. Да, ё-май. Ох. Джейсон, Джейсон, ё-моё, это какой Джейсон, а? Да, садись ты уже. О-о-о-о. Ладно. Так, что? Раз, два, три. О, вот так долетели, это же прекрасно. Давайте присиди лучше. Присиди мне как-то безопаснее. Так. Не вздумай падать вниз, Джейсон. Какого? А, короче, знаете, в жопу эту вышку, конечно. Я думаю, сейчас мы будем мучиться очень долго. Бесплатное оружие, у меня уже нормальное уже есть, так что я не особо буду придирчив. А вот, у нас есть тут машиночка. И ладно, знаете что, давайте тогда закончим на этом эту серию. В следующий отправимся
вместе с Сэмом уничтожать горючий комплекс или что-то там. На сейчас всем спасибо за внимание. С вами был Алькатрас. Всего хорошего. Пока.